Привет, Каспер. Ай. Так. Рейка. Смола. Маковка. Роза. Митя. Сотник. Таврис. Якатка. Каспер. Блэк. Ака. Некий заяц. Где? Он пришла здесь всю идиллию понарушила. Что? Что ты шепчешь? Кто, я? Да, ты можешь говорить нормально, я разрешаю волонтерам говорить. Так, кто меня тут? Где она орет? Там, кстати, Алина Шевелится. Она встала, ну, поднялась по водичке. Пошла, да? Ну, не пошла, но она поползла? Поползла, да. Ну, хорошо. Митя боится больше всех. Прям сильно-сильно боится людей. Потому что если вы хотите передать зайца на ПМЖ у том зайца, то надо передавать его, простите, когда у маленький зайчонок и может привыкнуть нормально к вольеру. Или когда он сформированная личность, то есть после года. Привет, Каспер. Да, теперь он будет бояться, бояться будет. Что такое? В общем, идиллия. Будем считать, что это перекличка вольера.